Друзья, привет! С вами Александр Дагадин и Диана. Так, играем в игру One Level 3. Обязательно сейчас подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видосу. А мы продолжаем играть. 221 уровень называется «Скорость и хардкор». Только не ставьте никогда пальчики вниз. Да, пальчик вниз — это плохо. Да. Лучше пальчик вверх поставьте нам. Угу. Если хотите, мы можем вам тоже поставить. Да, напишите нам комментарий, мы вам поставим тоже пальчик вверх. Да, если вы нам поставите пальчик вверх. 221 прошли. Так, 222, он не похож на тебя. Это полицейский. О, смотри. Так. А, наверное, мы должны были. Ты думаешь? Да. А давай мы их все встретим. А, точно. Вот так, раз. Наверное, полицейский. Нет, это полиция, да. Так, нам надо как-то... Слушай! А мы сейчас вот так вот сделаем. Бумс, бумс, бумс. А чё, он не убирается? О, смотри. Блин. В общем, я понял. Смотри, бежим. Так. 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 Ну. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. А, ключ он не должен взять. Мы должны ключ взять. Да, иначе все капец. О, прикольно. А как, чё за фигня? Ты, наверное, должен... Мы должны влететь, а он за нами. Слушай, а может вот так сделаем? Как? Чтобы он за нами бегал? А, ну так не получится. Давай сделаем, чтобы он за нами бегал. Сейчас, знаешь, да, как сделаем? Вот как? Так. Теперь нам... Вот так. А он что делает? Я не пойму. Так, как нам его сейчас обмануть-то? Я знаю, смотри, смотри. Смотри, вот сюда его. Сейчас вот сюда сделаем. И потом иди, иди, иди. А, он шипы. А, видишь, он шипы. Слушай, а я знаю, вот сюда его занеси. Не, вот сюда занеси. Вот сюда? Да. Пусть он запакован. Вот так? Пусть нет. Он... Не, когда мы побежим, он пойдет вот так. А, во. Да, во, вот так. О, точно, не увидел. 223 без тормозов. Боже. А, смотрите. Вот тут просто надо прыгать. Бумс, бумс, бумс. А почему тут без тормозов? Видишь, тут нет этого джойстика. Тут просто надо бегать вперед. Он бежит, и только один прыжок работает. Прикольно. Бумс, бумс, а как бумс. Нам? Все, сейчас мы смотрим, об стенку ударится. Бяу! Как шарик. Прям как шарик. Как шарик бежит. Так, 224-й патруль. О. Осторожненько. Вот это патруль. Вот это... Опа, увидел, смотри нас. Патруль. Это какая-то черепаха, что ли? О, смотри, как мы его обманули. И этого обманули. Угу. А как теперь мы их обманем-то? Вот так. Ой-ой-ой-ой. Да. Ой-ой-ой-ой. Ты сюда прыгнул, он тебя не заметил. Видел? Да. Вот это поворот. Может, за ним надо бежать? О, а если мы вот так вот сверху? А, тоже видно. Короче, жди, когда он сейчас вернется. Во, вот так. Прыгай. Ай, не успел. Ладно, давай я буду говорить, когда он прыгает. Давай. Прыгай. А, нас тот засек снизу. Патрульный. Слушай, а если мы будем просто стоять? Ну-ка вот так. Достанет у нас? Ну-ка давай просто стоять. О! Он нас не видит. Он нас не видит, если просто стоять. Смотрите.
он просто мимо нас пошел. Ой, ёлы-палы. Ты пошел. Так, нажимаем рычажок. Все, сейчас ждем, пока он убежит. Давай беги, черепаха. Давай быстрее, черепаха. Ждем. Он думает, что мы статуя. Да. Так, еще раз ждем, не спешим никуда. Зачем? Иначе будет хана. Да, да. Иначе будет хана нам. Ждем. Ждем. Все, так, ключик взяли. Так, здесь теперь аккуратненько. Здесь очень аккуратно надо, потому что... Мы уже взяли ключ. Иди. Нет, ждем. Ждем другие. Когда этот черепах дойдет, блин? Все. О, чуть-чуть, да, не попались? Да, чуть-чуть не попались. 225 уровень называется перемещение. Какой? Ну-ка, тут нельзя ничего двигать? Нет. А как ты перемещение понять? Перемещение, сейчас, наверное, будет что-нибудь у нас, ключик может какой-нибудь перемещаться. Да. О, нет. И что, как нам быть? Так, что нам нажать? Может, просто тут прыгнуть и все? Давайте посмотрим. Нет, перемещение. Перемещение. О! Нет, что, мы выпрыгнем в окно, что ли? Слушай, ну-ка, давай посмотрим. Во! Раз. Вот так. Так, берем ключик. И теперь... Туз. Все, молодцы. 226-й, удержи их. Кого удержать? Кого нам удержать? Ладно, он будет настоящий. Да, только как нам? Как нам удержать их? Я поняла. Попробуй нажми вот сюда. Давай, прыгай. Не. Пумс. Так, вот ждем. Что нам удержать? Смотри, я только отхожу и все. Ага, может кирпичики двигаются, не? Нет. Может тут так? Да нет, ничего не двигается тут. Посмотри. Удержим, ну держим. Давай просто удержать. Нет. Капец. Я думаю, что нам все, крыха. Крыха, не пройдем, да? Да. Все, нам крыха. Нет, удержи их. Стоп, ты видел? Он исчезает. Я видел, он исчез, когда ты нажал на него. Слушайте, друзья, может нам на рычаг нажать и удержать? А может тут кто-то невидимый стоит? Может, человек там какой-нибудь? Да не, тут как надо удержать. Ну-ка! Так, ну, друзья, что-то непонятно. Нет, исчезает. Смотри, мы держим. Исчезает. Так, а если нам тот рычаг? Почему все время с каждым уровнем? Сложнее. Да, потом легче. Потом смотри, тут все... даже нельзя ничего подвигать. Вот в чем прикол-то. А в чем прикол-то? Смысл в этом и уровне? Оп. Бумс. Так, друзья, ну мы сейчас поставим на паузу, пойдем перекусим, подумаем с Дианочкой. Да. И продолжим. Все, оставляем паузу. Друзья, и снова привет. Мы с Дианой перекусили. Прям, ой, как хорошо. Мы поняли, как. Да, пока мы перекусывали, мы на Дианочкин телефоне поиграли, посмотрели. Так, давайте я сейчас вам покажу. В общем, нажимаем «Встаем», нажимаем «Паузу», нажимаем «Play» и идем. Видите, мы как бы удержали на паузе.
Пауза это типа мы поставили паузу. Ну да. Теперь мы бежим, смело пробегаем здесь, дергаем рычаг этот. 227 уровень, ключ где-то в комнате. В комнате? Так это да. Не комната. Ну, это может быть комната. Слушай, а где может быть ключ? Я думаю, подожди, вот сюда, пока мы тут. Не-не, давай, знаешь, как сначала. Здесь нет? Может, понажимать что-нибудь? Так, давайте для начала мы сделаем вот так. Туда сбегаем, посмотрим. Да, может, он там? Ключ где-то в комнате. Здесь нет. Так, теперь как... давай на ту сторону да. Посмотрим. О! О, я вспомнила! Фига, вот это прикол. Я вспомнила, мы же смотрели это. А, ну да, точно, мы что-то там с тобой смотрели. Так, это у нас босс. А-а-а. Это паук, да? Ой, что он делает? Умс. Давай попробуем, что он там хочет нас сделать. Может, он разобьет сейчас? Ну и как нам быть? Не знаю. Вот там что-то классненькое было. Сейчас, погодь. Тут ничего не было, не придет. Ой. Ой. А, смотри, стой. Сейчас он выкидывает все эти паутины. Вот так, бамс опять на него. Наконец он повернулся. Офигеть он. Давай, паучок. Ты хот-дог. Это не у нас. Да вообще какой-то кривой, косой. Бумс. Ну и что он будет делать с нами? Давай, паук. Ого, прям точняк нам в лоб. О, давай вот здесь будем. Давай. Давай, кидай свою паутинку. Раз. Два. Трис. Четырис. Бумс. Получи. Ой-ой-ой-ой-ой, убегаем от него. Так, давай, кидай. Оп. Может, это паутина? Оп. Да, я думаю, паутинка. Получи. Ну, давай еще разочек. Это типа... О, слушай, а если мы вот сюда вот встанем? Не знаю. Обманули паучка. На четыре кулачка. Ой-ой-ёшки. Это уже страшно. Это уже не обманули паучка. О, обманули тоже. Обманули паучка на четыре кулачка. Давай вот здесь встанем. Блин. Вот это паук-снайпер. Этот паук знает, куда мы сделали. Может, туда пойдем? А мы сейчас вот так будем. Прямо отсюда бежать. Хопс. Хопс. Слушай, ну что-то он долго уже. Ну да, бумс. Как-то он четко. Что-то он мне уже поднадоел, если честно, этот паучок. Если честно сказать, мне он надоел этот паучок. Да. На, получи. Так, себе. Прячемся здесь. Давай, паук, кидай. Свои пушки. Бомс. 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 Последняя. На, получи. Так, бежим туда. Я напугал, сказать. Мы такие. Паук против. Да, паук против Стикмана. Да. Да ё-моё, блин. Когда, блин, это уже конец будет, а? Ёпало. Когда ты уже закончишь кидать? Свои путки. Свои паутинки. О, все. Мы победили его. Подожди, не двигайся. Бумс, бумс. Так, друзья, ну все, мы прошли уровень босса. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, напишите нам комментарий, ну и не забудьте подписаться на канал.
и поделиться с друзьями. И поделиться с друзьями этим видео. Все, друзья, увидимся в следующей серии. До скорых встреч. Пока.